Всем привет-привет, ребята! С вами Скорб. И сегодня мы будем менять небо на карте Денюк. Вот на вот это наше красивое, прекрасное небо. Вот оно, видите. Также это небо можно скачать с сайта zombiemod.ru. В предыдущем видеоролике я качал тоже отсюда небо. Вот это. Где же? Ну вот. Северное сияние я его назвал. На карте Mansion я его менял. Сегодня в Денюке поменяем вот на это. Окей, приступаем. Небо я уже скачал. Теперь будем... Так. Из архива скопируем все 6 файликов наших. В архиве поменять не получится у нас. Так, так. Денюк, открываем мой волшебный блокнотик, где я уже все подредактировал, подготовил. Значит так, карта Денюк. На карте Денюк небо называется Десерт. Ну что ж, окей, копируем Десерт и начинаем менять каждый файлик на слово Десерт. Так, ребят, теперь небольшая инструкция. Смотрите, вот вы скачали небо, разархивировали, получили свои 6 файлов, которые отвечают за наше небо. Вот. В каждом файле на конце есть 2 буквы, которые удалять не надо. Вот. Сейчас я вам покажу. Нажимаете на переименовать или свойства. Удаляйте все, кроме последних 2 букв. Удалили и вставили наше название неба. В данном случае это десерт. Окей. Получилось десерт. Упс. Уп. Во втором файле удаляем также все, кроме последних 2 букв. Вставляем десерт. Получилось десерт ДН. В следующем файле получится десерт РТ. Делаем, удаляем. Так, так. И в такой же последовательности меняем все наши 6 файлов. Так, так, так. Удалили, сохранили. Также удалим, сохраним. Все, ребят, сохранили. Теперь заходим в папочку с игрой C-Strike. И заходим в папочку с нашим будущим небом. Путь к этой папке вы видите у себя на экране сейчас. Перемещаем все сюда. Просит «Да». Нажимаете «Да», «Заменить». Все. Дело сделано. Теперь зайдем в игру и посмотрим на наше новое, прекрасное, отличное, прорисованное небо. Денюк, 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 Денюк. Старт. Так, ребят, мы зашли. О-о-о-о. Вот это да, ребят. Кто-нибудь помнит стандартное небо? По сравнению с этим, это вообще... Как это объяснить, я не знаю, ребята. Смотрите, какая красотища у нас получилась. Это что-то с чем-то. Что-то с чем-то. Вау. Вот это небо, ребят, да? Вот это я понимаю. Не то, что стандартные горы какие-то, белое небо. Посмотрите, как все это прикольно выглядит. Высокие здания. Луна. Какой-то глобус. Что за глобус? В общем, смотрите, я сейчас пробегусь маленько. Смотрите сами, как это все четко. Ссылочку на это небо, ребят, я также оставлю в описании. Заходите, скачивайте. Небо шикарное, ребят. Шикарное небо. Просто красивое. Удивительное небо. Я думаю, ни одному мне оно нравится. За это небо я могу поставить оценку только отлично. Шикарное. Отличный небоскреб стоит. В общем, не буду комментировать, смотрите сами. Класс, ребят, да? Одним словом, класс.
бегать долго я не буду. Вот так вот небольшой обзор я вам показал. И на этом я закончу. В следующем видеоролике я не знаю, какую карту возьму. Также возьму, не знаю даже. Давайте Ассаут возьмем. Да, в Ассауте поменяем небо. Таким же способом найдем какое-нибудь красивое небо, поменяем. Также я вам покажу, как это все будет выглядеть. И ссылочку также оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр. На этом наш выпуск подошел к концу. Увидимся в следующем видеоролике. Пока.